Дорогие друзья, всем привет! Я думаю, ни для кого из вас не секрет, что на каждой крупной стройке используется подъемное оборудование. Это может быть башенный кран, это может быть подъемник или иные подъемные механизмы. Башенный кран чаще всего используется в момент возведения монолита, когда на верхние этажи нужно доставлять крупногабаритный груз, такой как арматура, опалубка и так далее. Но что делать, если монолит закончился, но впереди еще огромный пласт работы по фасадным отделкам и внутренней отделке помещения? Здесь в роль вступает подъемник, мачтовый грузовой. Что дает нам эта техника на объекте? Мы можем без использования крана поднимать грузы на любой этаж нашей стройки. Это позволяет нам снизить расходы на кран, так как кран нам больше не нужен. В данном случае представлен подъемник грузоподъемностью 1,5 тонны, ПМГ 1500. Этот подъемник имеет стальную мачту, возможность возведения до 100 метров и достаточно большую платформу габаритами 2 метра на 1,5 метра, что позволяет грузить достаточно габаритные грузы. Это могут быть окна, двери, палеты с кирпичом. Также материалы, которые приезжают для внутренней отделки, либо внешней отделки и так далее, выгружаются на строительном объекте. И прежде чем освободится кран и их подадут на нужные этажи, может пройти достаточно много времени. За счет того, что у нас есть мачтовый подъемник, мы можем прямо с машины погрузить стройматериалы на платформу и доставить их на каждый этаж, где ведутся отделочные работы. Это позволяет нам значительно сэкономить место на строительной площадке для того, чтобы спокойно могли заезжать машины с другими грузами, рабочим было комфортно работать и передвигаться. Таким образом, такое решение на строительной площадке позволит вам сэкономить не только время, но и ваши деньги.